дорогие друзья, будем смотреть футбол. Добро пожаловать в Россию! Красиво сказано, я думаю, что с мнением и словами Владимира Владимировича согласятся многие. Все-таки все ошиблись, и мы видим, что Шишкин играет в центре поля. А Самедов и Камбаров по флангам. Довольно большой. Криштиану Роналду с мячом, чуть позже расскажу, почему против него Самедов. Вот почему, прежде всего. Роналду по-прежнему с мячом. Трибунам, а вот здесь хотел сохранить мяч, и в принципе потерял его. И Но не переходит. Джики двинулся вперед. По флангу включение. Передача в центр. Опасно. Криштиану. Набирает скорость. Ну что, Геррера, передача, Криштиану Роналду и гол. Как-то очень просто. На 8-й минуте португальская команда открывает счет. Слишком просто. Три центральных защитника в этой ситуации. Мяч летит парашютом. И Криштиану Роналду. Ну, слишком близко было, да, до ворот. Тут как-то вообще оценивать игру Игоря Акинфеева. No chance. Да, я бы здесь оценивал не игру Игоря Акинфеева. То есть он уже, если и мог, то мог спасти только. А вот я так думаю, что все-таки по моменту будет повтор, то будет видно, Кудряшов мяч. Ну, как они быстро переходят. Вот, уйдя вперед большим числом, мы не успеваем вернуться назад. Все игроки сборной России развернуты лицом к своим воротам, да? Да, и вот он хотел бы на дальний все-таки перекинуть этот мяч, но не смог, да. А то, что убегают... При нулях на табло, да, когда два нападающих стоят, отдыхают и готовы. Головин. Хорошо. Еще лучше. Пробить бы. Глушаков. Нет, Головин не только в этом матче, и с Новой Зеландии выглядел очень, очень прилично. Ну, а здесь нарушение. Ну, пока штраф. Кто будет бить у сборной Португалии? Бернардо Силва, Криштиану Роналду. Я, кстати, скажу, что Игорь Акинфеев стенку практически не решил. Пытаться вскрывать, будем говорить так. Вильям. Первая желтая карта. Хорошо, что судья прервал сейчас эту атаку. Так будет. Я думаю, хорошего парня сейчас купил. Хорошо! Зерков штрафной. Не ровно стало. Вот тут очень тревожно, потому что пятером бегут португальцы. И мяч у Роналду. Уходит он в лицевую и будет бить. Акинфеев спасает. Вновь Роналду, Седрик забегание. Роналду за счет партнера или пас. Передача, закрыть, заблокировать, пас на дальнюю. Отбиваемся. Глушаков мяч выносит. И опять атака португальцев. Передохнуть бы. На Седрика пас. Тот догоняет у лицевой. Низом передача штрафной. И опять пас за спину. Криштиану Роналду мяч принимает. Зазор между ним и Кудряшовым. И время есть у Криштиану. У нашей сборной. Передача с фланга. Момент, между прочим. Слушай, там был будто на месте, но при обороне понятно, что эти футболисты не самые лучшие. Что делать после... Глушаков. Опасный момент. Ой, какой мяч потащил капитан нашей команды. Наверняка абсолют. Побыстрей бы. Проходит пас. Ну, гол не гол, а угловой. Во всяком случае, на Васина в чужой штрафной мы посмотрим. Ну, по-честному скажу. Да, пусть нет. Она лучше мне нравится в матчах не против сборной России, конечно, да. Но... Пугальцев. Смотри, как они бегут. Бегут здорово, да. Адриан Силва. Продолжим бороться. И на фланг скидка. Попытка удара. Штраф или избили. Судья заметил. А желтую там сейчас может получить Саша. Удар. Акинфеев спокоен. Доходит и направо. Там Самедов включается. Получает мяч. Штрафной. Но бить вроде угол. Острова. Добежали остальные. Передача опасна по-настоящему. Может быть, впервые после перерыва наша сборная такую атаку провела. Головин. Нам поляну дать, вот эти просторы и эти дыры. Глушаков. Дальше продолжаем. Ерохин получит мяч. Можно забивать. Передача. Бить-то кто?
Криштиану. Вроде успели вернуться четвером, да, но и португальцев четверо. Один в один Криштиану обыгрывает легко. Андре Гомеш. Криштиану головой мимо. Далековато, да, поэкономней. Он готовился под левый мяч, поэтому да, приготовить надо было его аккуратно. С правой, конечно, бил бы быстрее. Контратака португальцев. Ну ладно. Мы не лучшим образом, но и Криштиану ошиб. Пока там нет ни Элизео, ни Геррера, можно использовать. Ух ты! Не получил вовремя пас, притормозил. Поэтому у нас шансы лучше. Удар. Прям вот. Открывается Жирков, Пепе против него. Сам себе пытается Юрий пробросить. Влетает в штрафную, по-моему, даже оставляет мяч. Нет, потому что хода нет, так сказать, да, стоя. И вот передача наврывавшегося Глушакова. Очень даже ничего, Оля Герович, скажем, да? Практически. У границы зоны. Ерохин! С носка другой ногой. Подача! Полос прыгает. Рокет-то игру не останавливал. И как боремся, а? Ну, сейчас Жикия тоже получит карточку желтую, да. Велик был бы риск пропустить и второй. Опасная ситуация. Андре Силва. Отбивает. Гавай. То есть он долго кричал вот эти минуты, 15 минут, когда сборная России прижала Португалию. Он... Подача! Низковато, да? Но Бухаров борется, падает. Трибуны вскакивают, но поднимают. Да, но есть время, чтобы Рональдо убежал еще. Ну, долго мяч летит, поэтому, конечно, так его правый съедят тут же. Пошла еще одна подача. Руй Патрисио! Момент-то какой! Я не знаю, подавал или не подавал ли Джики. У него такие мячи летели. Понятно, что подавал, да, понятно, что подавал. Подает. Удар! Не повезло. А ведь не скажешь по-другому. Это действительно на уровне попал, не попал. Да, ну. Попадает мяч в створ. Вот, ух, как здорово. Двоих вытащил. Смолов. Штрафной Руй Патрисио. И Черчесов. Ну, еще не закончилось здесь играть. Давай-ка еще, ребят, попробуем. Смолов. Можно было Самедову, конечно, покатить вправо. Вот так. Это уже без всяких сносок. Может быть, есть какие-то вопросы. Но ошибка, прежде всего, здесь. Ничего такого сверхъестественного то есть не делал. Была передача, подача с фланга, и он оказался там один. При том, что у нас было три центральных защитника, конкретно если в этом моменте...